Всем доброго времени суток. Сегодня будем гравировать портрет на стекле. Такого плана у нас стекло. И такого плана портретик будет. Сейчас я стекло подготовлю к гравировочке, покрашу его с обратной стороны. И дальше под музычку, как обычно, приступим к гравировочке. Погнали! Thank you.
Ну и вот и готово. Новый пример вам будет для гравировки, как можно делать, чтобы слишком мрачно не смотрелось. Камера не передает, конечно же, все цвета. Золотая окантовочка смотрится отлично по краям. Можно делать теперь в таком варианте. Гравировку белую я делал с обратной стороны. Единственное, только здесь переход сделал. Вот эти части выгравировал с этой стороны, а начало ихнее с обратной. Ну, а на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Удачи!